ужин, на котором я похудел на 30 килограмм. И это, можно сказать, стандартный был мой ужин во время похудения. Здесь яйца и туна на воде. Или туна в собственном соку, называйте ее как хотите. Яйца, туна, сблендерить это все как следует до единой массы. Получается вот такая масса, то есть два яйца и 250 грамм тунца. Вот, и вот это вот все получается очень даже вкусно. Кроме того, очень полезно. Много белка, это хорошо. И чуть-чуть огурцов. Но сегодня я добавил сюда псиллиум, чайную ложку. Попробую, как это будет. Сразу же хочу сказать, что еда загустела, она стала более густой, чем обычно. Но псиллиум — это клетчатка, псиллиум — это полезно, псиллиум — это здорово, поэтому попробую поесть сегодня с псиллиумом и посмотрим, как оно будет. Ну вот, такая вот история. А, и чтобы вы знали, больше 10 грамм псиллиума в день нельзя употреблять. Поэтому 10 грамм – это максимум, который можно. Обычно размешивают его с водой, ждут, пока вода станет как кисель, выпивают. Я решил добавить в еду. Это тоже можно. Ну, посмотрим. Вот, всем приятного аппетита и вкусного похудения.